Всем привет, с вами Однорукий Борис, и мы с вами продолжаем играть в игру Starbound. Всегда люблю начинать вот с этого меню, потому что каждый раз вот здесь загружается какая-то новая планета. Но если вы смотрите мои прохождения, вы знаете об этом, да, и я надеюсь, что вы тоже вместе со мной любите смотреть, какая же планета появится в этот раз. Вот, ну а мы с вами начнем. Антон наш. Да, смотрите, мы в прошлой серии что сделали? Мы с вами нашли вот здесь вот пещеру этих самых Флоран. Я просто долго их сейчас вспоминал. Я хотел их хилотлами назвать, но это не хилотлы. Это хилотлы — это совсем другие ребята. Вот, и сейчас мы в этой серии, что мы сделаем? Мы доисследуем поверхность вот этой вот планеты, может быть. Это у нас будет вторая... Это кто тут стоял? Он туда упал, ладно, фиг с ним. Кстати, да, полечимся, пожалуй. И покушаем. Все, мясо мы оставили. Я тут специально пропускаю вот эти вот... возможные... Осы, блин. Они, эти осы мне... Тихо. Неужели меня сейчас... Да, меня прибили. Вот такое вот начало серии у нас получилось. Давайте я попробую тогда... Что сделать? Высадку сделаю. Вот здесь вот мы высадились. И давайте тогда я вот в другую сторону пойду. У меня тут автоматик есть мой. Ой, хорошо-то как. Ну-ка, а это что такое? Перчатки сверхновой. Не понял. Что за перчатка такая? Какая-то перчатка ближнего боя. Так, у нас, смотрите, у нас... что у нас? Так, давайте-ка я все-таки вот так вот сделаю. Я считаю, что... Нам нужна сейчас небольшая перестановка вещей. О, темный плащ, ну-ка. О, а давайте вместо крыльев у нас сейчас. Я сейчас похожу. Ля, прикольно, слушайте. Так, я не знаю, ты у нас агрессивный, да? Тихо, подождите. У вас тут много дофига. Мне этот плащ нравится. Так, все, отстанет меня. Так, вот ты, другой, у нас трогать не будешь, да?
Это какая-то, блин, планета. Она, конечно, прикольная, но она что-то мне не особо и нравится. Она реально какая-то темная. Она когда на ней светло, на ней темно даже. У меня тут даже, прикиньте, еды нет. Но зато здесь интересно, мы тут нашли какую-то новую расу вот этих вот теневых людей. Это интересно. Отлично. Я надеюсь, что это я еду взял. Тихо, подождите. И даже полечиться нечем. Теперь там оса у нас осталась ядовитая. Ну, я, по крайней мере, ее так называю. Опа. Это хорошо, что я успел отскочить. Но при этом я все равно урон получил. А вот и место. Вот это, где меня убили. Слушайте, вот как я и предполагал, 7 минут. Практически 8. Я прошел, как бы, и... И все, и у меня все есть. Так, окей. Инвентарь. Сейчас в инвентаре мы все обратно себе положим, как надо. Так, вот это вот сюда. Это вот все вот сюда. Так, семена киви. Так, кушаем. Так, покушали. Так, и нам нужно сейчас кого? Вот эти вот лечилки, ага. Вот, хорошо. Так, и ладно, я думаю, что будет у нас несколько. Серий по изучению этой планеты. Возможно, это только вторая серия из трех, наверное, будет. А может и. А может и две серии оставлю. Вот, теперь давайте мы будем
изучать здесь как их, пещеры. Я тут, если что, всегда делаю как: я сначала поверхность изучаю, а потом лезу в пещеры. Здесь мне кажется, что будет интересно посмотреть, что в пещерах творится, да? Так, обсидиан, уголь и вода. Но здесь... Так, вот это вот что такое? Мне... Куча пепла. Ладно, фиг с ним. Я думал, это снег, а это пепел, представляете? Это прям как в Моровинде получается. Так, тут вообще надо вот так вот ходить. Это что это? Похоже на маркер. Ну, Шрайн, я не помню. Короче, вот эта штука, give me some little bit. Короче, смотрит на нее, и ему не по себе становится. Устрашающие вайбы. Вот, в этой самой, с этой самой, тьфу ты, в плаще в этом, я сейчас похожу, конечно, посмотрю, как этот плащ выглядит в нормальных условиях. Вот, и если он мне не понравится, я его сниму, короче. Одену обратно крылья. Вот такое мое решение. Я летсплейщик, я так вижу. Если что. Я вообще теперь вот эти вот корешки собираю в надежде того, что мне выпадет живой корень. Я, честно, не знаю, может быть, живые корни вот из этих корней вообще не выпадают никогда. Но что-то я припоминаю, что может выпасть. Ну-ка. Да, и все осыпалось там. Зачем я это сделал? Пепел просыпал. Тоже теперь надо прокапывать все. Вот, пожалуйста, теперь у меня будет много пепла. Ну, собственно, вот, прокопался. Так, но сначала я вот сюда пойду. Да, и пойму, что тут нужно быть аккуратным. Все, да? Ладно, не буду заниматься вот этой вот фигней с пеплом. Я, конечно, его подобрал, пускай он, конечно, у меня будет. Но вот что с ним делать, я вообще не знаю.
Так, похоже, у меня там нету никаких больше этих самых факелов. Хотя можно сейчас как-нибудь... Опа. Ну-ка. Вот эта гадость. Она же на меня нападет. 100%. Да, вон побежала атаковать. Так, ну зато я тут сундук нашел. И опять корешки. Вершки и корешки. Точнее, вершков тут никаких нет, тут только корешки. О! Смотри. Это уголь. Так, тихо. Не тряси. Так, ну что? Что тут у нас есть? Что бы это ни было, мы забираем это обратно. А, ну можно на самом деле и сундук этот забрать с собой, чтобы не было того самого желания вернуться обратно мне. И забрать этот сундук просто так. Ну вы прикиньте, вещи крутые, и плюс еще халявный сундук. Ой-ой-ой, подожди. Во-первых, я сейчас вот так вот сделаю. Эх, хотел тебя засыпать, но не удалось. Так, откуда он прибежал-то? Вот отсюда? Блин, сколько тут этих самых. Да, слушайте, давно я тут по этим самым... По пещерам не ходил. Не, ну, возможно, в какой-нибудь серии недавней я и ходил по пещерам, но так как у меня давно не было серий, ну, точнее, давно паузу сделал в записи серии, поэтому мне кажется, что это было у меня давно. Да, слушайте, тут всякий уголь. Очень сложно отличать от обсидиана вот этого. Это вот только по текстуре всякой. Но даже с текстурой, с этой, если вглядываться, то... Хоть глаз выколи. Так, ну-ка, не понял тут. Да, тут потолок. Вот здесь еще можно, да, уголь было распознать. Так, а здесь у нас... Здесь у нас тоже потолок. Ну, смотрите, на самом деле, вот этот плащ, это, конечно, прикольно. Я
Я не помню, чтобы я с плащом бегал когда-нибудь. Возможно, в какой-то серии я действительно бегал с плащом. Просто это же надо вспоминать. Так, это что за попугай такой? Так, и подождите. Так, от этих... Ой-ой-ой. Пацаны. Так, вооружен. И опасен. Тихо-тихо, подождите. Я почему так туплю, потому что слишком много движений сейчас надо было делать. И лечиться, и стрелять, и прыгать. И меня чуть второй раз не прибили за серию. Это было бы прискорбно. Так, вот здесь меня не было, да? Да, точно не было. Ой, вас тут двое даже. Ну что, полезли сюда. Так, вот эти две штуки я сломаю, чтобы хоть какой-то проход у меня был здесь на случай бегства. Черт, черт, черт. Лютые тут враги, на самом деле. Там еще в прошлой серии, если помните, мне встретилась какая-то фигня неведомая. Она вылезла, рукой махнула и улетела куда-то, непонятно. Это, в общем, очень быстро произошло. Так быстро, что я вообще нифига не понял еще, что это было такое. Вот, если кто-то знает, что это за чубрик был, напишите в комментариях. Возможно, я его встречу в этой серии, а может быть и нет. Почти как лор от Либрариума. Может быть да, а может быть нет.
Так, здесь все. Вот нафига я пепел собираю? Скажите мне, пожалуйста. Ну, на самом деле я его собираю просто потому, что... просто потому что надо проходить дальше мне. Вот, и этот пепел, он как бы мешает. Ай-яй-яй, тихо-тихо-тихо. Вот это я... Отвали. Я уже говорил, да, какие-то тут вообще ребята лютые. Вот это вот что за утуморов с такой бегает? Так, вот так. Вот так. Ну и ладно, пока он там убежал, я тут пособираю ресурсов. Не, на самом деле мне что-то здесь не очень-то и хочется в пещерах ходить, вот если честно. Вот что мы в пещерах и не видели вообще? Пещеры, они же везде одинаковые. Вот, я считаю, что все-таки, да, все-таки не будем мы углубляться в пещеры, поэтому сейчас мы вот отсюда выходим и на корабль. У нас серия будет такая коротенькая. Вот, по крайней мере, мы с вами вот в двух сериях, в предыдущей и вот в этой, посмотрели, что это за такая... Пещера. Ой, планета. Так, теперь я хочу посмотреть, может быть, тут какая-нибудь другая будет. Вот эта вот планета, наверное, будет поинтереснее. В этот корабль я... Вот в этот, который остался тут, я не полечу, потому что... Dangerous. Нет атмосферы. А здесь... Ну, это ледяная планета, короче. Серебро. Вот, ради... Вот этой дюрастали. Нам, наверное, неплохо было бы сюда прилететь. И высадиться. И вот не знаю, мы будем здесь замерзать или нет. О, будем сейчас смотреть, как у нас тут плащ выглядит. Бля, деревья какие тут классные. А я даже не помню, я тут был на таких планетах или нет. Пацаны, а вы тут что такие? Вам тут не холодно, нет? О, вот эти вот трубы. Так, меня тут не было, прикиньте. Выдержка из Венской Святой Книги. Так, давайте. Давайте мы возьмем все.
И на этом закончим пока что. Вот. Но я хочу в конце все-таки вот эту вот авианскую книгу прочитать. Кодекс уже изучен. Ну-ка. Я на самом деле не помню уже, какие кодексы у меня изучены. В прошлой серии вы это могли почитать. Вот, смотрите, зеленая книга. Авиарукопись. Стих 1.1.1. Авос когда-то лежал за пределами звездного неба, это известно. В безвременье род Авиан вечно жил, в несмертного подлунного мира. Средь эфира покоились они в объятиях Клюэкса, простирающего перья с востока до запада, и преданным и верным детям своим Клюэкс даровал истинные крылья. Да. Поэтому давайте мы обратно положим. Так, еду. Какая вот у меня тут еда есть. Надо, кстати, поесть. Давайте попробуем как-то скушать. А он не ест кактус, прикиньте. Тут я думал, сейчас я съем кактус, он будет это самое. Да, тут же не написано, что можно есть. Тут как можно определить? Ну, во-первых, написано, что еда, вон сверху, красное яблоко, еда. И вот эта зеленая строчка, которая меняется со временем на желтую, красную и там дальше это самое. Так, давайте здесь я сюда вот этот кактус положу им. Подарок, так сказать, от Антона. Короче, возвращаясь на корабль, я сейчас понял, что я на этой планете не был. Вот, и будем Дюрасталь искать. Наверное, это я уже буду делать в следующей серии. Но для начала мне нужно едой запастись. Вот, это я тоже буду готовить. Ну, готовить запас еды в следующей серии. Вот, главное, что я закончил исследовать темную планету. Даже черный плащ. Это самое себе нашел. Вот, я думаю, что какое-то время я в нем побегаю, мне он нравится. Тут вон шлейф тьмы у нас распространяется, да? Только мне на самом деле как-то не очень это нравится. Такое ощущение, как будто мы чем-то пахнем. Да, вот каким-нибудь углем, да, или это просто, знаете, как реально, как угольная пыль разлетается и из-за которой дышать нельзя. Вот, собственно, на этом пока все. Я, наверное, буду еще давайте вот у стены встану, чтобы этот дым был виден. Вот, я еще, наверное, думаю, что буду готовить список дел в этой игре. Ну, помимо, которые я хочу сделать, помимо прохождения сюжета, это прокачать корабль, потому что вот у нас тут все-таки прокачался, я его один раз прокачал, да? Вот, но можно его развить как бы еще больше. Вот, плюс меха надо улучшить, там крутого сделать, самому улучшиться, да, всякие доспехи, все дела. В общем, дел на самом деле тут много, и я просто буду в интернетах смотреть, как тут все нужно это сделать, буду себе выписывать, там, не знаю, на бумажку или в
текстовый документ на компьютере, что и как нужно делать. Собственно, как-то с одной стороны хочется тут просто вслепую поиграть и поизучать, но вслепую это будет очень долго. Вот, тем более, так как я играю, все размазываю, мысли у меня сбивчивые, сегодня одно, завтра другое. Вот, и чтобы у нас не было таких вот, скажем так, филлерных серий, чтобы хоть что-то в серии происходило, хоть какой-то прогресс, да, вот для этого всего я буду это делать. Вот, ну а на этом все. Это была игра Starbound. С вами был Одноруки Борис, с вами был Антон с котейкой. Я даже не знаю, как кота назвать. Представляете, это уже которая серия у нас. Какая у нас серия сейчас вышла? Сейчас я посмотрю. Да, прикиньте, 70-я по счету серия. И только в 70-й серии я как бы задумался, а как кота назвать нашего, да? Вот, вы можете написать в комментариях это. Вот. И, собственно, если вдруг я в следующих сериях на это не отреагирую, вот, вы как бы не обижайтесь, все эти серии я записываю заранее, и, возможно, на момент выхода вот этой серии я запишу еще несколько. Вот. Но я обязательно в какой-нибудь серии дам знать, какое имя я выбрал бы коту. Вот. Собственно, да. На этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка есть на нее в описании. Ну а мы с вами увидимся в следующей серии. Всем удачи и всем пока.